privința de servire n-am nicio problemă. Foarte, de servire bună. Dar, doamne, stau și fumează. Moldova iese din fum, dar cu fumul de țigară și cafea. Numai ce au primit marfa, acum, bomboane. А сколько за них я тебе должна? 300. Ровно 300. Această cafenea până și barmenul fumează. Uitați-vă peste fereastră. Nu, de servire e super, eu n-am nicio problemă, dar cei ce sfumează în hol și nu se dă bun, asta e altă problemă. Nu, dar nu vă... Poftim? Nu poate le iese trebuie închis care fum duce nouă, dar... Cine, cine? N-am înțeles. Care? Care trebuie închis? Sau care? Poate este care două fumuri? Și acele tot... Bravo! Fumeaza asta eu lici n-am pus. Ne place că sunteți activist așa. În capierii. Da? Fumeaza doar, la prirobi, eu nu fumez în capier. Iacă da, aici, da. Da, dar vedeți că e împrejurul instituției. Nu, că nu se poate aici unde au ieșit doamnele, nu se poate fuma. Nu, ați duc în câmp cineva așa să fumez. Da, vedeți că așa e legea, noi, eu n-am da, împotrivă. Tot aici, care cu... Care vând țigări, tot ieși legea. La votare pot? La votare? Voteze, mai au... Da. Ai votat cineva? L-am votat. Ai votat. Știi cine l-a condus? Ați văzut cei care s-au votat din popor. Legea îți dă tot tine. Înseamnă că cine a dat legea? Tu! Așa alt de tine care au expresat ce vrei de noi, care executăm cei ce dat de lege. Omul, dacă nu e vinovat, îndeplinește legile și nu se teme. Eu nu știu, asta trebuie de întrebat pe domnul polițist și cred că e mai mult știu. Este legea 278 în pare. Mi se pare că prevede că da, se poate, da? Nu, în pare că nu. Вот там выйдите за эти двери. Выходите да. отсюда. А то я сейчас вызываю полицию. Ай, полиция и пилок. Ваня, выведи их отсюда. Ну, он клиент, я не имею права. Он не клиент, он у меня частная собственность, пускай он выходит отсюда. Нет, он не имеет права, он у меня. Ты понимаешь, это частная собственность, пускай он выйдет и пишет, вот там вас авторизация, правительство дало авторизацию на кафе. Я не могу его выйти. Он пускай выходит, выйдите отсюда. Ну, идите вот там, сядьте на скамейку и там пишите. Попросите да при чем тут это? Вы так... у меня находитесь, вы выйдете ага. Да чин синтез у меня? Я хозяйка. Очень приятно. Вот выйдите вот там на скамейку, вон. Если вы хозяйка, почему не дали чек? Вот на ЕС 47 лет. Чек дается вместе с деньгами. Почему вы не дали? Вы что не взяли чек? Вы что не взяли чек? Вы перестаньте. Как не взяли? Что я... Ваня, выведи отсюда, он меня оскорбляет. Что, мне его расстреляют? Как я оскорбляю? Выйдите отсюда. Кум вы... Выйдите отсюда с этой... Ёнка нам готит боржу. Шам дрепт тет сманынк, ён платит. Выходите отсюда. Он кушает. Доамна, доамна, мы сокутис де ними, урчи, брат. А вы чего пришли сюда и снимать? Так вот я это самое на 47... Покушали... Как покушали? Я у тебя... Моя масло. Снимаете, я не могу понять. Значит, до чего вы снимаете? Легя 32, 34, Д, Вои, Касфильмец. Аня, разрешается снимать? Где разрешать? Это моя ну, частная собственность. Разрешается. Не разрешается. Вот когда Домна, вы будете, ну, выйдите вот там, за территорию, и будете снимать. Я вам готовлю борщ, и я могу с фильмец. Для чего вы пришли сюда? Так что вы заставляете меня быстро кушать? Так, я, может, медленно, может, я разговариваю. Вот выйдите. Я вам скажу. Кум вы зычи, доамна? Я с вами не хочу знакомиться.
Татьяна. Да. Татьяна Шмайкум. Ну что? Бини. Uitați-vă cum eu am încă de mâncat, dar dumneavoastră ei m-a scoate, măcar că am plătit și nu mi-a dat și bonul, nu mi-a dat și bonul și încă m-a scoate de aici. Uitați-vă ce lege acum ai. Какой барная стойка? Știți legea de acum? Banii se dau împreună cu... Да, вон, вон, не умвата. Возьми его к себе и пускай он там пишет. Я что его держу тут, Татьяна? Пускай он уходит. Вот попросить его красиво, он будет. Да. Его и манка боршу корнилоздат фарбун, что еще? Я на работе, Дуанна, я усла лукру. Так вы не показали никакие документы. А какие документы надо? Да. Ваня спуни. И пмини морщи. Морщишь пмини. Ну. Сокотим к ласам боршу из там фонду. Ну так боршу не. Да ну, к мне стрекат аппетиту. А скрыть. Да мы ну что чиня мы интран на заведение аста, кари ну дал бонур. Скрыть мини персонатный чеш. Да. Ну май декат. Есть вызов, меня вызвали, что я... Ты да, если я был в совсем другом месте. Вы не имеете других бар, только здесь, этот один бар, и все, больше нету по причалу. La dumneavoastră с фумеаза aici nu se dă bonul. Hai să fii mai serios, oleacă. Dacă sunteți șefă. Dacă sunteți șefă și nu ne-ați dat voie să mănânc aici. Întorceți-mi bani atunci. Да, фильмац, ничего проблема, дуамны. Есть скрыть где. Это машина, я сейчас понял, он уже был раз один раз, уже снимал тут территорию. Но это было еще летом. Или у вас, наверное, если не испортите кому-то настроение, у вас нет настроения. Есть такие люди, которые не имеют что делать и должны испортить настроение. Я надеюсь, это не про меня. И про тебя тоже. Ай, я сразу догадался. Ați întocmit procesul. Da. Vă mulțumesc pentru intervenție. Bine. Da, o zi bună. Barul care se numește Vesta, tot ce se petrece în Briceni. Da. Auziți, legea 32-34 privede așa. Filmările în public se dau voie. Nu se dau voie dacă omul nu vrea. Sunteți precis în lege? Unde nu știți lege. Da, în largă Briceni. Ne arătați? Da, vă arăt videourile. 3-4. O să le vedeți pe Curaj TV. Dar vă le prezint și acum. Nu, acum. Da, da. Dar vă întind, trebuie să sunteți obligați la solicitat organul de poliție. Eu am venit. Da, sunteți bravo la solicitare. Două minute nu a trecut și ați venit. Domnule, a durat 5 minute. Bine, chiar mulțumesc. Nu, chiar m-am uitat la ceas. Două minute și 45 de secunde. Nu, mai mult, eu de divaic încoace. Eu am notat de când, poate așa vă s-a apărut, dar eu am notat chiar secundamierul, îți văd în câte minute. Spuneți telefonul dumneavoastră.